Значит, принесли мне вот такую пилу и сказали, сделай из нее поменьше. Мужика, видите ли, 5 победи твоих пил. Не, это я рассказываю для тех слабо нервных, что будут сейчас мне обратно говорить, что ты делаешь, портишь классную вещь. Не спорю. Вещь классная, но мне нужны деньги, а человеку нужна пила. Короче, сейчас я думаю ее врезать. То есть она сейчас по диаметру примерно 40 сантиметров, а нам нужно сделать 30, потому что у человека она в кожух не влазит. Когда он ее поставит на свой станок, ставил, так она в кожух не влазит, короче, она большая. В общем, конечно, придется пожертвовать победитом и сделать из нее обыкновенную пилу. Но здесь металл толковый, и она будет работать, я чувствую. Но вот, если бы был токарь, то не было проблем. Но токарей у нас сейчас днем с огнем не найдешь. У нас все адвокаты, да. Да, нотариусы, да, судьи. А токарей путних нет. Вот потому-то и живем так хреново. Что законы пишут, есть кому писать, а делать некому. Ну, короче, это все ненужный пафос. Сейчас мы будем попробуем ее врезать. А как ее врезать без станка токарного? На токарном станке все понятно. Мы врезали и все. Тогда нарезал бы зубья и было бы все как надо. В общем, будем извращаться теми средствами, что у нас есть. А именно, сейчас будем отписывать ту часть пилы, которая нам надо. Для этого нам нужен вот такой маркер. Вот такой пенек. Не, уж извините, ничего поэстетичнее не нашел. Так что, так вот, берем вот так маркер, просто ложим, прилаживаем к пиле примерно вот здесь, и катаем ее по кругу. Линии типа сошлись. А тип. Так, еще натрем их хорошо, чтобы было видно. Вот такая будет наша. Сейчас пенька уберу и покажу, что вышло. Вот. Вот такая будет, должна будет круг вот такой вот. А вы теперь меня спросите, а как же ты будешь ее врезать? А я вам скажу очень просто. Возьму болгарку, прижму это все в струбцине и буду резать вот. Этот эпизод я посвящаю всем диванным мастерам, которые сейчас видят, что я буду делать, и мне начнут такую чушь нести. Смотрите и синейте от зависти. А я буду делать свое дело. Итак, нам нужно сделать черточки вот такие по всем диаметру пилы. Вот так буду. Я вам покажу только, как вот сюда дойду, а там уже, извините, так плохо.
Так, ну что, диванные не обосрались, глядя на все это. И так, и теперь буду делать по кругу. А потом не мытьем докатанием обрежу. Да и все. Ладно, сейчас я отключу камеру, а вам покажу уже, когда будет смысл выполнен. Сейчас болгарочку я так пройдусь по кругу. У меня получится. Если не верите, сейчас покажу. Вот, смотрите. Вот так. Беру. Буду брать. Вот так вот. А у меня созрела новая мысль. А нафига нам делать вот эти, если я попробовал, у меня болгаркой получается вот по кругу. Сейчас попробую, может, так отрежу по рыске. В общем, извращение, конечно. Ну, что делать? Итак, друзья ютуберы, как вы видите, дело будет. Так что буду делать таким способом и дальше. Не буду. Буду только. В общем, сейчас покажу, что будет дальше. Так, а теперь, братья ютуберы, этот выход я посвящаю вам всем тем, у кого руки растут с нужного места. Значит, то я резал на мелкие. А теперь попробую сначала сделать контур болгарка здесь, а потом уже начинать резать. В общем, смотрите, все увидите. Это нужно увидеть. Как видите, круг идеальный получается. Вот даже так мы можем. Так, а вот сейчас уже точно выключу. И остальную часть дорежу, потому что некогда. И вот родилось оно новое. Ну как, диванные мостаки не обосрались еще? Или еще будет? В общем... У нас диск получается новой пилой основа. А что нам нужно теперь? А нам нужно нарезать
зубья. Нормальные зубья, которые у меня есть на видео. Вот ссылка, кстати, как я это делал. Ну, я его... Ну, то зубья не с нуля были, а я вот сейчас покажу, как делать зубья с нуля. Значит, вот наш блинчик. Да, вот сейчас за гусеницы уберу с этой стороны. И пойдем делать зубья. Это же не пила, это туда диск. Основа. Сейчас из него начнем ваять пилу. А теперь делаем контур зуба. Видите, я уже тут сделал. Значит, здесь нет ничего. Тоже так само пенек. Маркер прилаживаем вот так. И ведем по кругу. Я вот здесь уже сделал по кругу. Так просто покажу, как оно было. Так, и вот в итоге получился круг. Там он чуть-чуть неровненький, но то фигня. То мы исправим в процессе. Ну, что? Откручиваем. И будем малевать зубья. Это же вам не цацки-пецки. Сейчас еще зубья нужно рисовать. А зубья рисовать? Ой-ой-ой. Я когда-то рисовал. Это очень-очень-очень-очень, короче. А ну-ка, диванный дел мастера, подкиньте что-то гаденькое. Вы сейчас посмотрите, как делают зубья, рисуют. Это берется просто, берется пила и с зубом примерно. Ну, мы же здесь только контуры рисуем, потом будем в ходе это все делать. И берем вот так и рисуем. Вот такие мы, вот такие мы художники. Трясти его маме. Так. И вот таким вот методом буду рисовать всю пилу. Всего этого извращения вам показывать не буду. Это так, вот мои художества. Конечно, художник я никакой. Но не, когда-то был на Андреевском спуске, так там еще хуже сидят, продают свою мазню, так у меня хоть дело получится. Короче, ладно, то все пафос. Как смог, нарисовал. Сейчас буду это все дело обрезать. Так. Итак, покажу начало. Вот наши зубья. Короче, я так думаю, что вы смысл поняли. А мне еще нужно пойти вот по такому кругу. Короче, сейчас вот отнесу аккумуляторы, заряжаться. Сейчас аккумуляторы моей камеры в очередной раз и сдохнут. А я это все обрежу и вам покажу. Ладышки, покедова. Ну что, понеслась. Берем вот такую штучку и начинаем.
ну что, вопросы есть? Вопросов нет. Я думаю, что я хотел, то я показал. Всем спасибо, всем пока.